здравствуйте, мои дорогие подписчики. Сегодня 8 августа. Сейчас расскажу, как у меня начинается день. Пришла с утра, работы мне не давали. Потом почти к 9 часам вынесли комплект, который стоит 1152. Я его доделала до обеда. После обеда пошла спросить про работу. Вадим у нас тут, который выдавал нам работу, позвонил Елене Павловне. Она сказала, больше мне ничего не давать. Хотя работа стоит на складе. Вот теперь 4 часа буду сидеть без работы. Хотя все работают у нас. Сегодня еще у нас ставят видеокамеры, будут подключать. Так что вот так, мобинг продолжается у нас. Так что до следующих видео буду выкладывать. Все, пока.